Уважаемые коллеги, дорогие друзья, 2022 год стал примером того, насколько непредсказуемо могут развиваться события. В то же время он многому нас научил. Выдержке, терпению. Наша команда показала, как в таких условиях можно добиваться успеха, профессионально и качественно выполнять поставленные задачи. Мы с вами по праву можем гордиться своими достижениями, которые отмечены на самом высоком уровне. В рейтинге крупнейших компаний страны Агропромкомплектация поднялась на 171-ю позицию, а в рейтинге крупнейших компаний АПК твердо закрепилась на 8-м месте. Вместе с вами мы развиваем агропромышленный сектор, укрепляем продовольственную безопасность нашей страны. Я хочу поблагодарить каждого из вас за добросовестный труд и ответственное отношение к своему делу. Рекорды в сборе урожая и заготовке кормов, на дое молока и реализации свинины, производстве и продаже готовой продукции, к достижениям, к которым вы имеете отношение. Агропромкомплектация – это большая и дружная семья. Забота о людях, создание комфортных условий труда и жизни были и остаются важнейшими приоритетами нашей работы. В этом году наши сотрудники получили дополнительные социальные льготы, которые будут действовать на постоянной основе. Активную социальную работу ведут наши профсоюзные организации. Мы продолжаем оказывать поддержку нашим мобилизованным сотрудникам, их семьям и близким. Впереди новые цели и проекты. Мы планируем увеличивать производство, создавать новые рабочие места, поднимать престиж нашей отрасли. Уверен, все будущие задачи будут решены благодаря самоотверженному и эффективному труду нашего большого коллектива, личному вкладу каждого из вас. Желаю вам крепкого здоровья, тепла и уюта в ваших домах. Берегите своих близких, друзей, коллег, всех тех, кто находится рядом с вами. Пусть 2023 год принесет только самое светлое и доброе. Счастья и успехов, коллеги! С наступающим Новым годом и Рождеством!